Ну что ж, здорово, мы проходим дальше. Дальше проходим Сикин Сити. Четвертый раз я дошел до этого же самого места. Представляешь, четвертый раз. То у вас какие-то обновления, то у вас просто что-то все сбросилось. У вас нет облачной поддержки, у меня Windows слетела, мне это все заново пришлось проходить. Слава богу, это не так долго. Это самое начало, в принципе. А если бы прошел 90% игры... Бля, господи, сделайте облачное сохранение, чё так сложно-то? Походу, очень сложно. Так, теперь мне куда надо? А то я уже просто так пробегал на это. Просто, чтобы добежать. Так. Ну, так, ага. А, ну все, мне, в принципе, это... Я еще простыл, блин. Там духота. Кондишку включил, бля, все, простыл. Улица говнище. Лето пидорасина. Ненавижу, бля, эту хуйню всяческую летнюю, блядь, парашу. Так, размещаем на карте. Где это Трагмонтерская, это... Особняк его, блядь. Где твой особняк вонючий? Ты это, что ли? Южный будет так будет ждать моего чё-то. Ты находится в южной части. Вот, блядь, его особняк, блядь, жопа тупая. И это почему-то, я не знаю, что там надо было еще найти. Бля, господи. Пельмени вылазят прям. Телятина. О, нам хреново. Я падаю. А, я это уже записывал, я помню, но, блядь, господи, ладно, придется, типа, переделать, удалю предыдущее видео и это вставлю. Пиявка в рукав заползла. Фаллические скалы. Два кончика соприкасаюсь. И как и добрался до комнаты. Нажмите, нажимаем. И пиздош. Что тут у нас? То же самое же. Как говорится, больше никогда. А чё это так вообще? Зависло она. Так. Хорошо, понятно. Врачи Бостонской психиатрической больницы пытались меня вылечить, но это оказалось не так просто. Поначалу они задавали вопросы, так, мою историю, Я это читал, да, или нет? Я не помню. Читал, нет. Мой дневник, часть вторая. Наверное, нет. Наверное, не читал. Ладно, не столь важно. То есть все заново появляется, вообще не вижу смысла, это все было какие-то тайники устраивать. Точнее, не то, что тайники, а
Дверь не поддается. Искать это все. Точнее, крафтинг. Вот, крафтинг. Зачем? Типа, ну просто вы делали того же, патроны там валяются, что ты не находишь. Так, где я и куда нам? Вон туда наверх, может сейчас импортнуться. Ну, вот сюда хотя бы. Все же ближе нам будет бежать. Хотя, возможно, сейчас будет такая загрузка, что было бы, блядь, ближе добежать. Так, теперь нам знания, документы. Так, предметы. Окей. Ебать, чудище ебаное. Значок у меня. Чертовы чужаки! Он постоянно смущает, будто здесь что-то еще есть, да? Ну или как это еще можно понять? Почему здесь постоянно есть какой-то значок? Для чего он здесь постоянно? Производительность посмотрел, как она вообще. Хватит! Вообще, на срок я залазил, нет, после того, как все там переустанавливал, блять, по 300 раз. Так, мы сюда доберемся, нет? Да, в принципе, доберемся быстрее. Особняк, да? Кеканный. Так, что-то мне не нравится, как она это работает, что-то какие-то эти. Да все вроде бы нормально, как и было. Морт? Да. А святой планет Альберт Трогмортон, сын уважаемого Роберта Трогмортона, достойный отпрыск благородного рода, погиб в четверг в Окманском порту. Ему было 25. Хотя мы скорбим о его безвременной кончине, он прожил свою жизнь достойно. Семья Трогмортона благодарит жителей Окманта за молитвы и слова утешения. Что-то еще. Сейчас я все найду сначала. Обыщу, посмотрю. Еще как.
рекорды. Гробовщик славно над ним потрудился. Работал от души. Так, мне надо на камеру встретить, если он будет измениться, что рядом где-то тайник. Или еще какая-нибудь хуйня. Так, 10, ничего. Вообще не понимаю, зачем туда. Дверь не поддается. Блять, ногой попробуй в следующий раз. Ладно, беседуем. Нихуя у него. Ебать, у него, кажется, там тела нет. Ты посмотри, вот туда вот. Вот. Туда. Да, вот туда. Короче, у него над жопой нет вообще ничего. Так. Хорошие новости, мистер Тропмортон. Участники экспедиции живы. Они на дне моря, в затопленных развалинах какого-то древнего храма. У них достаточно воздуха, но нам следует поторопиться. Что произошло? Почему моряки не помогли им? Экипаж Титания взбунтовался против Сандерса. Спастись удалось только вашему сыну. Его посадили в шлюпку. Бунтовщики будут наказаны. Бросить Альберта на волю волн. Я отомщу за него. К сожалению, это еще не все. Инсмутцы забрали находки вашей экспедиции и похитили профессора. Что? Проклятые дегенераты! Что? Как это произошло? Они хотели похитить профессора Доу. Ну, наверное, но не знали и то, и другое. Инсмутцы явились, чтобы похитить профессора Доу. Они напали на участников экспедиции, схватили профессора и забрали артефакт, который она нашла. Они называют его печатью. Но как им удалось застать врасплох моих ученых? Похоже, когда печать забрали оттуда, где она лежала, со всеми участниками экспедиции случилось... что-то вроде нервного срыва. Наверное, инсмутцы знали, что это произойдет, и дождались нужного момента, а затем сбежали, прихватив с собой профессора Доу и артефакт. Дрох, инсмутцы. А у вас есть доказательства того, что они в этом замешаны? Участник экспедиции убил одного из нападавших. У меня есть фотография. Экспедиция провалилась. Моего мальчика убили. Это касается не только меня, мистер Рид. Они представляют угрозу для всех. У них Гаррит и артефакт, который она нашла. Возможно, она еще жива. Только поэтому я еще не очистил Окмант от этих рыбомордых выродков. Но сидеть сложа руки мы не будем. Найдите их, мистер Рид. Не исполнителей, а лидеров. Проникните в их ряды, если понадобится. Верните мне профессора. Верните мне профессора. Так. Я расследую массовое безумие, а не политические интриги. А ваш самый надежный источник информации сейчас находится в скользких руках инсмутцев. Профессор Доу рассказала мне о своих видениях. Она что-то нашла среди этих развалин. Наверняка это важно. Вот опять но эти душно, твари душно, схватили душно. Ее. Сколько времени? А еще я хочу обсудить с вами более деликатный вопрос, мистер Рид. Я умею быть деликатным, если нужно. Рассказывайте. У меня есть один коллега. Его зовут Герберт Гловер. Как и я, он коллекционирует произведения искусства. Мистер Трогмортон, я детектив, а не взломщик. Мне не нравятся ваши намеки, мистер Рид.
Я бы никогда не опустился до воровства. Это отвратительно. Я назначил Герберту очень важную встречу, но он не пришел. Я хочу, чтобы вы выяснили причину. Вроде ничего сложного. Я все сделаю. Отлично, мистер Рид. Только запомните, все должно оставаться в тайне. Никому не говорите, на кого вы работаете. Осторожность, мое второе имя. Прекрасно. Вот адрес Герберта и ваш аванс. Думаю, сумма вас порадует. Аде. Хорошего дня. Счастливо, блять, пойти нахуй тебе. Сейчас как, блядь, я как, сука, чихну нахуй. Некролог, так это я читал. Журнал. Чекатный вопрос. А, ну это там. Все мне выяснить, что все с Гербертом. Искусство. Он... Вот мне живых так авеню. А это что у нас здесь? Так, на список рота напал, так как я сказал, так. У всех на продаже были рыбьи черты. Место называют это единственный синдром. Один из них погиб в бою. У него были жало, так говорят. Как одно путешествие. Чтобы я нашел профессора Гарри Доу. Вот нужно выяснить, кто напал. Его экспедиции похитил Гарриет. А, то есть, в принципе, мне надо идти... Вот там показана книжка, понятно. Но я сейчас пойду в дополнительный, вот в этот, это... Центр... Goldbridge Road. Вот он, Road. И Century Avenue. Между. Между, блядь. Вот одна улица. Вот вторая. И между. Между, блядь, откуда? В принципе, это центр. Ну, наверное, здесь где-то, блядь, господи. Давай уж попиздошим. Телепорт сейчас надо открыть. Я здесь где-то. И где этот хмырь живет? Так, не эта дверь. Ох, может вот этот дом? Это пожар. Thank you.
это сейчас искать, это пиздец как очень трудно. Так. На первый раз прощаю. Вот этот. Я, честно, даже не знаю. Дверь не поддается. Герберт Гловер, да, все, я на его нашел. Получается, вот где он находится. Я вообще не там метку поставил. Между, ну вот как вот? Вот улица, и вот. Между написали бы Вайхарт Авеню и Сенчери Авеню. Западнее Данск. Дансени Лейн, блядь. Дебилы. Нахуй, кончено. Так, у меня да, предметы. Ничего создавать. Так. Я даже не знаю, сейчас кого я встречу. Твари какие-то. Фиг там колдоёбит, блядь, посмотри. Дверь не поддается. Зачем хранить газетную вырезку 40-летней давности? Фрэнсис Трагмотон, известный всему городу ученый и искатель приключений, снова стал самым завидным женихом. Дальше ничего прочесть нельзя. Мистер Трагмотон, с глубочайшим прискорбием вынужден сообщить, что цена интересующего вас предмета снова возросла. Спрос на него увеличился, и теперь он стоит втрое больше того, о чем мы условились ранее. Я знаю, что уже во второй раз повышают цену, но после разрушительного потопа каждая вещь стала для меня почти бесценной, поскольку пополнять коллекцию я уже не могу. Гоберт Гловер, блядь. Дверь не поддается.
так это вообще? Спирт. Патроны. Голова, окей. Маски. Картонные причем. Кого-то мания величия. Ха. Многовато предупредительных выстрелов. Вокруг замочной скважины только небольшие царапины. Работа профессионального взломщика. Я выясню, почему старая обезьяна так хочет тебя заполучить. Глаза широко открыты. Похоже, смерть была внезапной. Внезапной. Старая газета. Так. Чё это? А, ну тяжело. Обана. И открылась, да? Так. Так. Это мы уже читали. Дверь не поддается. Подожди, а что мне надо сделать? Здесь же как бы нет ни хера. Глаза широко открыты. Да, похоже, понятно, смерть вот была внезапной. Да понятно нам, господи, все, хватит, перестань. О. Что это? Похоже, тут не весь комплект. Одно зеркало забрали. Косой, беги! Окей. Я его убил. Косой, беги. Работенка, расплюнуть. Ты бери зеркало, а я посмотрю, что еще можно прихватить у этого богатея. Кто вы такие?
Что вы делаете в моем доме? Так, посмотрим, что тут у нас. Кто вы такие? Что вы делаете в моем доме? Кто вы такие? Вас сюда не звали. Косой, беги! Работенка, расплюнуть! Ты бери зеркало, а я посмотрю, что еще можно прихватить у этого богатея. Нет. Работенка, расплюнуть! Ты бери... Кто вы такие? Что вы делаете в моем доме? Косой, беги! Окей. Я его убил. Двое проникли в дом, чтобы украсть зеркало. Вор по кличке Косой взломал сейф, но Гловер обнаружил его и подстрелил. Второй вор убил Гловера. Чёрки, все улики найдены. Ну и все. Да? Можно пизо что-то сегодня или что? Так, деликатный вопрос. Небрежно нарисованная странная зеркало. И теперь мне надо все равно в справочное бюро. Как ни крути. Мне, блядь, надо справочное бюро, нахуй. Справочное, сука, бюро, блядь. Вообще, чё? Опыта. Дедуктивный метод. Вы получите еще больше опыта из всех источников. Давай, хуя, чем еще больше опыта. Пока что это самая нужная функция. Еще больше опыта херачить здесь. Так, и теперь мне, блядь, вот. Книжный мне. Это библиотека. А мне, наверное, в газету. Ну-ка еще раз. Так. Ага. Не первое ограбление. То есть, правильно, нам надо идти в объявление и там... И там нам покажут вообще. Подожди. А может вообще в полицейский... Здесь есть полицейский участок? Полицейское управление Окленда. Скорее всего, нам в полицейский участок... У этого задание здесь у нас куда? Так. Еще раз. Золотой амулет. Блять, господи. Напоминающий рыбий глаз. Никому же на других подобных происшествиях. То есть... Где это тоже можно узнать? Ну, либо объявление, а там, если нож, то найти в библиотеке информацию о ножах. Давай сначала сходим в газету. Хоть я сильно сомневаюсь, что там в газете, надо к операм, скорее всего, идти. Так, куда? В туда сторону.
Берегите себя. Ой, да пошла ты. Так, трудно-то, чтобы я нашел профессора Гаридол. Не похитил. Так. Давай. Период. После потопа. Вечное граждане. Так. Перестанция. Текущие события. Затемни. Текущие события. Район. Так. Район. Может, люди? Нет. Да. Так. А мы всего ждем, ты посмотри. То есть не газета, то есть мне дойти ментам. Нам куда? Вот сюда. Полицейский участок. Давай, блядь, перепрыгну. Эй! Штычка! Иди нахуй. This is the police? Да, this is the police. Так. Здравствуйте, офицер. Ну надо же, кто наконец решил к нам зайти. Это а где усы твои? Рид, гений, раскрывший дело Альберта Трагмортона. Капитан Калли Плайнс, к вашим услугам. Что мы, простые смертные, можем сделать для вас, мистер Холмс? А, не выебываться, пожалуйста. Вот этого бы я хотел от вас. Так, мне просто нужен ваш архив. Какие-то проблемы, мразь. Я вам чем-то не угодил, офицер? А? Чувствую, нет, тебя воняет. Вы всего лишь выставили идиотами всех полицейских Окмонта. Скажу прямо, вам здесь не рады. Один неверный шаг, один косой взгляд, и с вами будут обращаться так же, как со всеми остальными преступниками. Ладно. То есть, судя по всему, никак. А можно мне пока заглянуть в полицейский архив? Только потому, что вам покровительствует мистер Трагмортон. Но запомните... Вы ходите по тонкому льду. Я буду ждать, когда он проломится. Я знаю, это военная хуйня, там что-то с озером связано и тонкий лед. Блин, чувак, я тебя понял, да. Иди нахуй просто. Так. Оба. Тюрьме. Ляунс. Так, сейчас будем искать. Почему так нужно? Так, преступление, преступление против личности, преступление против собственности, правонарушение, жалобы, против личности, скорее всего, подозреваемые, свидетели, жертвы, жертвы, улики, документы, методы, орудия преступления,
поиск. 15 апреля приблизительно в 20:30 на рыбном рынке восточная часть Шелс угол Орчард Авеню и Холли угол. Я задержал подозрительного Истмунса, который преследовал молодую женщину. У подозреваемого был странный золотой амулет, напоминающий рыбий глаз, конфискован, а также кинжал конфискован. Тогда я попытался надеть на него наручники, он закричал и стал звать на помощь своих братьев из Тот. После чего с рыбного рынка появилось несколько вооруженных Истмунсов. Мне пришлось вступить, вышел памятник Истмунса. Так, и отпустить. Отпустить, короче, Истмунса и отступить. Подозреваемый скрылся. Инцидент необходимо расследовать. Так, все. Окей. Журнал. Это такая хай, чтобы украсть так. Не первое ограбление в Олд Грове. Олд Гров. Сейчас мы найдем, кто там, блядь, еще. Так, преступление против личной собственности наш порношение. Личности, если вы подозреваемые. Район. Поиски нету, да? Первый, так. Возможно. Ага, вот. Полицейский досье на Косова. Фамилия, так, Филипп О'Коннель. Косой мужчина. 46. Ебаный, в таком возрасте хуйнеткой заниматься. Жительство неизвестно. Преступления неоднократные. Грабежи, крайне со взломом, уклонение от уплаты налогов, возмещение. Так. Сообщники. Сидни Стоукс. Сидни Стоукс. Окмонд, штат Массачусетс. Север. Западное пересечение. Преступление, переход улицы в неположенном месте. Нет, уклонение от участия в жюри присяжных. Так, если этого неизвестно где, то надо выйти на этого, и тогда мы, в общем, узнаем. Так, теперь же надо что? Ага. Salvation Harbor. Ёбаный в рот. Север. Харбор. Западное пересечение Мурон Роуд. И Сальвейшн Роуд. Вот здесь. Господи. Ну, в принципе, сейчас пойдем, выбежим, на лодку сядем и поплывем, блядь. Поплывем аж до сюда. Ну, козлину-то мы найдем. Так, а здесь что у нас? Так, место, где его поймем. Ну, ладно, сейчас мы сначала пойдем ту побочку выполним. В принципе, там просто пил-пил, без всяких монстров, я надеюсь. Без рабоча мы пока вообще никак никто ни о чем. Да. Ну нахуй, серьезно. Стена. Блять, это как факт показать сейчас вот просто. А, ну давай сейчас сюда телепортируемся, отсюда поплывем.
Говнина, блядь. Петровна. О, чёрт. Так, теперь нам в эту сторону. Нет, в другую. Нам туда. Так, вот теперь нам туда плыть. Да. И, короче, по вот этой, по прямой херачь. Где, блядь, метка? Суки какие. Присни какая-то. Посмотрите, присни. Долго еще? Смотри, тоже места. Обелиск какой-то. Так. И теперь где-то здесь. Угу. Перемещение. А не здесь ли это находится? Да, смотри, здесь что-то есть у нас. Возможно, это и есть этот дом. Дом Сидни Столка. Да, вот он, Сидни. Правильно? Сидни, блядь, дом. Сидни Столк, да. Так, окей. Косой-то. Так. Опыта я получил. К счастью, я никогда не голодал настолько, чтобы есть такое. Подожди, чё это? К счастью, я никогда не голодал настолько, чтобы есть такое. Это какой-то рак, который изо рта у кошки вылез, выполз вообще из внутренности, да? Ты посмотри. Ёбаный в рот. Да, это жутко очень. Мистер Стокс, стоимость отдельного захоронения вашей матери, Марты Стокс, составляет 30 патронов. Морг не может дать вам скидку. Захорони, там много что у нас не хватает средств и рабочих рук. Вы должны произвести оплату через 2 недели, иначе нам придется похоронить вашу мать в общей могиле.
Успокойся с миром. О, патроны. С волками жить получше быть. Тайник, это прикольно. Здесь полный пиздец. О, мамочка, я убил его. Что я наделал, господи? Что я наделал? Что ты наделал? Да, не повезло Косому. Выжил после пулевого ранения, но умер от ножа. Кто же это сделал? Наконец-то я исправлю то, что сотворил с тобой этот обезьяний сын Фрэнсис. Ты его мамочка? А, не подходи. О, слава богам. Я думал, это опять монстры. А. Ты ведь Сидни Стоукс? Да, да, это я. Мы знакомы? Нет. Я ищу Герберта Гловера. Думаю, ты его знаешь. Или, лучше сказать, знал. Ох, Кей. Неплохой трюк со стеной. Как ты это сделал? Это не я. Я таких фокусов не знаю. Это она поставила тут стенку. Кто она? Мать его. Ты сказал, она поставила тут стенку. Кто она? А она нас наняла. Я даже имени ее не знаю. Обещала хорошие деньги за простую работу, а я, дурак, купился. Для чего она тебя наняла? На словах все было просто. Пойти в дом коллекционера, взять какое-то ценное зеркало и смыться. И где сейчас то ценное зеркало? Она его забрала. Когда мы с Филом принесли товар, он с ней подцапался, и она его пырнула. Кей, что мне теперь делать? Из нас двоих Фил был смышленый, а я... Я просто дубина. Опиши мне ее. Как выглядела эта женщина? Высокая и худющая. Прямо кожа до кости. Злобная, как гремучая змея. Это все, что я помню. Да я ее особо и не разглядывал. А убить хозяина тебе тоже поручили? Или... Ты это сделал просто так, ради смеха. Я... Кейм, клянусь, я не хотел. Это вышло случайно. Он начал в нас стрелять, и я перетрусил. Перетрусил? Отличное оправдание. Кейм, не свидетель. Я не хотел никого убивать. Забирай все, что у меня есть, только отпусти. Не. Ты убийца. Ну и ночка у тебя выдалась. Кража со взломом, воровство, убийство. Боюсь, мне придется тебя сдать. Нет, умоляю. Меня посадят на электрический стул. Об этом нужно было думать до того, как ты убил человека. Так, все улики найдены, все найдено. Знание, письма. Какая-то здесь так зеркало, но было косой. Все не
Так. Зеркало, как все, герб Таглойра. Во время ограбления, так. Нужно вернуться к мистеру Драгморту и сообщить ему о том, что я узнал. Короче, пиздуем к Драгмортону. Тебя ждет полиция. Полизия, блядь. Беги, сука. Бери что? Я и так, блядь, без спроса взял там, что захотел. Бери, что хочешь. А я взял. Так. Тупые метки, блин. Так, ну а давай сходим сюда. Я не знаю, мы скажем Трогмортону, а он скажет... Или мне надо самому, блядь, еще пиздавать к полицейским им говорить. То есть... Эй! Ты чего? Нахуй, иди. Не урони, Прекрати. Блядь, тортик свой. Блядь. Я разобрался с вашим деликатным вопросом. Прекрасно. Расскажите все подробно. Гловер мертв. Человек по имени Сидни Стоукс ограбил его дом и убил хозяина. Он действовал не один, у него был помощник по имени Фил О'Коннелл, который тоже плохо кончил. А все из-за какого-то зеркала. Даров. Нигде сейчас это зеркало? У таинственной женщины, которая их наняла. Имя мне узнать не удалось, но настроена она явно серьезно. А, ясно. Моя загадочная конкурентка наконец раскрыла свои карты. Говорите, оба вора убиты? Сидни Стоуксу удалось уйти. Скорее всего, он до сих пор отсиживается у себя дома. Дать вам адрес? Да, пожалуйста. Я с удовольствием побеседую с ним о моральных ценностях. Неужели так трудно было сразу сказать, что вам нужно зеркало? Я ведь говорил, что это вопрос деликатный. Я сомневался, что вам можно доверять. Но вы развеяли мои сомнения. Поэтому давай, рассказывай. Я сделал то, о чем вы просили. Как насчет компенсации? Конечно, мистер Рид. Вот ваша награда. Теперь вы все знаете. Возьметесь за вторую часть этого задания? Дайте угадаю. Вы хотите, чтобы я нашел зеркало? Да. И женщину, которая так грубо вырвала его из моих рук. Женщину? Я разберусь. Правда, зацепка у меня только одна. У нее был зуб на некого Фрэнсиса. Вам знакомо это имя? Да, конечно. Это мой отец, Фрэнсис Трогмортон. Упокой-ка его душу. И как он связан с этим делом? Я впервые узнал о зеркале из его записей. Именно поэтому оно меня и заинтересовало. Ваш отец был известным человеком, наверняка у него были враги. Никого не припоминаете? Нет, они все умерли раньше него. Вы упомянули записи вашего отца. Не возражаете, если я на них взгляну? Блядь, здесь сам опять такой список, нахуй. Мне вовсе не хочется, чтобы вы копались в отцовских вещах, мистер Рид. Но если это необходимо, я согласен. Вот, возьмите ключ. Какая, блядь, тварь. Ебать, ты последний смерть, который заинтересовал Роберта. Так, Роберт, возможно, он сможет прояснить момент. Красивый симметр Мортона. Небрежно нарисованное зеркало. Здесь художника. Похож Фрэнс, который упоминал, так почищенное зеркало, по-моему, так покойный отец. Мед в особняке. Ну, ключ. Так, идем в особняк, да? Похоже, это была очень крупная экспедиция. Сын весь в отца.
Любопытная работа. Наверное, такие вещи стоят целое состояние. Целое нихуя много. Похоже, для Фрэнсиса 1891 год выдался очень бурным. Это его бабушка. Экспедиция Фрэнсиса Трагмортона в Африку оказалась одним из самых амбициозных, хотя и недооцененных, начинаний 1891 года. В этой поездке он привез новорожденного сына, окрещенного Робертом, а также множество исторических артефактов, бесценные антропологические исследования и удивительные культурные сведения. Сегодня Вести Окманта опубликует эксклюзивное интервью, в котором Фрэнсис согласился поделиться с нами частью этих сведений. Короче, макака ёб он. Макаку в Африке выебал и, блядь... Знакомый парнишка. А мать не показали, потому что там чудо-юдо, блядь. Там обезьяна что стоит. Фрэнсис, развод в наше время дело непростое. По крайней мере, в моем юридическом практике простым оно не было никогда. Ты должен четко обозначить вину, о которой будешь свидетельствовать в суде. Самые распространенные варианты – жесткость, прелюбодеяние и неизлечимая психическая болезнь. Насколько я понимаю, смерть вашего первенца, которому было всего лишь 7 лет, сильно подкосила здоровье Беттани. Я искренне надеюсь на ее выздоровение, но суд вряд ли разделит мои чувства. Я слышал, что окмандская психиатрическая лечебница вполне респектабельно учреждение с уважением Чонси. Так, окмандская лечебница, психушка, короче, психушка, где она, блядь? Психушки она. А где у нас тут психушка? Психлечебница, вот она. На лодке, я думаю, доплывем до туда. Знания. Журнал. Так. Фотографии. Так. Ну это вот психу. В 1891 году ваш отец возглавлял экспедицию. Вам что-нибудь об этом известно? Вы обратились не к тому человеку. Я тогда был еще младенцем. А отец так и не опубликовал результаты своих исследований. И это огромная потеря. Его работа перевернула бы всю теорию эволюции. Да уж, не сомневаюсь. Я прям уверен, что он там макаку выебал, блядь. Пока плавал. Об этом не чисто обезьян, наверное. У меня есть несколько вопросов об этом. Цирк, наверное, как такая. Это достойно лучшего. Я пойду в цирк. Кажется, это имя мечтам мне незнакомо. Все. Я узнал его в ходе расследования. Ваш отец развелся, а его бывшую жену звали Беттани. Довольно. Я был слишком мал и ничего уже не помню. Но даже если бы помнил, это личное дело отца. Что он мартышек трахал. Хорошего дня. Ужас. Просто ужасно. Так, ну чё, я думаю, сейчас доплывем до психушки и, наверное, на этом будет все. Потому что, как бы, мне кажется, по времени нормально вышло.
людей. Соответственно. Воу-воу-воу, авария! Психушечка. Так, есть, открыли. Так, ну, в принципе, на этом и все. Так что давай, счастливо, будем дальше играть в этот бред, проходить его. Так, сюда.